Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Сейчас вот ночь, 9 марта 2022 года, появилась информация о том, что завтра YouTube могут заблокировать. Поэтому те, кто сейчас смотрит вот это видео, пожалуйста, подпишитесь на мои каналы, в Яндекс.Дзене канал, в Телеграме, ВКонтакте, в Одноклассниках. ВКонтакте у меня, ну, на личную страницу там более, по-моему, 10 тысяч не получается, но в группу, там есть группа «Искажение история» и группа по вредным привычкам, это по психологии будет. Я так и буду вести две темы, и по «Искажению истории» общую такую группу, и по психологии в том числе, очень много информации. Поэтому подписывайтесь на эти две группы, в том числе в «Одноклассниках» такая же группа «Искажение истории» и по психологии. Там бросить курить, но неважно, это будет по психологии общая тема. И также страница. Страницу там не более 5000, по-моему, в «Одноклассниках», а в группах там много можно. Там до 100 тысяч, по-моему, можно подписчиков. И Телеграм, Телеграм-канал. Я сейчас оставлю все контакты. И также Рутуб. Я сделала небольшой канал Рутуб. Но я там особо не размещала, мне он не нравился, он такой деревянный был. Потом там была очень сильная цензура, гораздо больше, чем на YouTube. Вероятнее, что там уже такой вот информации открытой, даже, может быть, по искажению истории нельзя будет загружать. Они не пропускают такие видео. Но посмотрим по обстоятельствам, как дальше будет все это складываться. Явно, что сейчас идет передел мира, возможно, закрывается закрытие железного занавеса. А там посмотрим. Но в любом случае, это эпоха перемен, и в эту эпоху перемен всегда надо настраиваться на лучшее. То есть, какие мысли будут у вас, какой настрой у вас будет, то и дальше будет происходить. Ни в коем случае никогда не впадайте в отчаяние. Даже если это такая турбулентность качает, все равно она, устойчивость, она придет. И маятник все равно придет в свое равновесие. Самое главное, чтобы не потеряться, подписывайтесь, и будем дальше взаимодействовать и общаться. С вами была Галина Конышева. До свидания. Жду вас на всех моих каналах.